Привет всем, с вами Флампи ТНТ, и сегодня я буду снимать реакцию на видео «Бандитский Зверополис». Добро пожаловать в Зверополис, сучки! Здесь каждый может стать кем захочет. В нашем обществе полнейшая гармония между всеми видами зверушек. Никто никому не откусывает голову, не перегрызает горло и не выклевывает глаза. И я, репортер Харек Харькович, знаю, что говорю. Забудьте все, что слышали. Ну? Жути, дорогая, пора вставать. Нужна твоя помощь с овощами. Нифига себе, Джуди. Нет овощей сейчас, мамуля. Не видишь, вот эта мышца непростительно мала. Надо еще подкачаться. Ты как с мамкой базаришь, соплячка? Ну-ка быстро напялила портки и айда репу дергать. Батя сейчас пупок надорвет там в одного. Да хрен ты угадала, маман. Только через мой труп. Да так вот, Джуди, будут бояться все хищники. Зачем вы меня сюда вообще привели? Это самый... Ох, мать твою, что я вижу? Слушай сюда, ржавый. Ну-ка лапы прочь от невинных зверушек, а то я тебе голову через задницу высуну. Один прогиб, и ты погиб. Спустя 10 лет. Что ж, родаки, я уезжаю от вас в Зверополис, где буду работать полицейским и наказывать всяких выродков. Вот ты, мразь неблагодарная, на кой ты нас оставляешь? Давай хоть набьем друг другу хлебальники на прощание как следует. Я люблю тебя, мама! Я люблю тебя, Джуди! Нифига себе! Вот же срань! Босс, что за хрень? У вас в Зверополисе каждый становится тем, кем захочет. Я хотел стать настоящим копом, а ты меня заставляешь драить толчки в полицейском сортире. Ну-ка быстро дал мне мой значок бычара, а не то я тебе рога в обратную сторону выгну. Ты на кого бочку катишь, крысун? Офигеть. Ни хрена никто здесь никем не становится, understand? Где уши? Ты на себя-то посмотри, ты никогда не будешь настоящим копом. И вообще... Давай убьем вот друг друга нафиг. А почему у Ника сережки? Смотри, куда прешь, лисья морда. Это мой район, я тут патрулирую, типа. Давай гони чирик, ёпта. Твой район. Ты сама-то кто по жизненных? Грызуны вообще не должны здесь ползать. Так что проваливай к чертовой матери. Эй, чё за дискриминация? Иди сюда! А потом они стали напарниками и раскрыли множество преступлений. Такие дела. Если вам понравилось... Офигеть! Ну такого я не ожидала, ребят. Конечно, анимация, ну не очень, но само видео офигенное. Всем советую посмотреть. Очень смешно. Ну, пока, ребят.